Если бы не было Сирии, сейчас бы не было Украины. Готовят лестницу, как на пирсе. Там Россия только, попробовала вот эту тактику жесткая, интересную. Они от американцев взяли ее, кстати. Только неимоверно. Она, кстати, и тогда такая, она такая медленная. Ну, перемаривают капитально. Ну, там сидит морж. Я тебе что вначале-то, когда началось, и задал вопрос. Неужели можно такую страну, столько народу, а теперь я вижу, как она началась. Вот смотри, 50-60 тысяч артиллерийских снарядов в день. В воде по горло сидит и философствует. Нигде никогда такого не было. Ну, только на Великой Отечественной войне, конечно. Игнат Тихонович, вот такая работа у нас. Из болота тащить бегемота. Да. Видите, какую сделали? Сейчас сюда ее приладим. И завтра кум королю сатмисту. Глядите. Вот батюшка зашел всего лишь, да? Вот так встал сюда. Да. А крещаемый проходит. И опа. Все. Все. Вот. И батюшка его... Давай померим. Под водичку. Назад вот так взялись за поручни. Вот так. Игнат Тихонович, вот так вот взялись, ножку подняли. А мы делали вот сюда вот, прибивали колья к этой вот. И колья туда втыкаются в землю. А это сейчас привяжем к этим столбушкам. Ну, колья вот в таком же направлении, как лука у этого. Она туда сгоняешь ее, а осенью можно ее вытащить, чтобы следующий год уже не делать. А ее отвязывать просто... Ничего не надо подвязывать. Вот эти вот сюда вот прибиваются, вот колья, вот туда, они там выступают. Здесь уже нет, сюда ничего не воткнуть, здесь площадка наша. Ну, под площадку. Нет, ничего нет. Ну, не знаю, я говорю, как у нас там сделано, на Симаковском. А здесь нет, здесь просто вот сюда вот привязываем и все. Видишь, как оно? Достаточно ширины. Какую широкую-то сделали вы? Вот этой ширины достаточно. Она сильно вытягивает, Игорь, на улице. По бокам гнилые. Чё, давайте надо прикрутим. Да, понятно. Давай прикрутим, подержите. А она не будет гнить под водой больше. Все, вот как. Смотри, под ногами у вас валяется хоккей. Вы рискуете очень многим. Ее прикрутишь, а она... Во время кровь потечет. Собрать все эти. И торчит из нее гвоздь. Давай. Он только кверху торчит. Угу. Это не надо. Это тут просто плащ будет стоять. Так, ну так что, в общем, это вот все вообще есть, вот. Все есть. Давайте вот сюда. Ну, давайте поставим. Все, что? Держите вот так вот. Давайте. Вот это поставьте. Володя, посмотри сюда. Это мордушка ща. А? Мордушка ща. Наша. А как она тут оказалась? Ну я туда запускал ее. Ну а теперь ты как ее? Нести надо. Да. Это надо домой, забери ее. Она пропала. Если не одна, так где еще вторая? Да. Нет, одна была. Одна. Ну ладно. Надо вот специально, знаешь, ну не хватает. Когда ответственность определенная, тогда сюда такая. Так, вам никакой помощи, конечно, не надо. Вы поправили. Все. Ну ладно, пошли. Я попроведать пришел. Слава тебе, Господи.